испытаниям, по усилительным пытаниям. А нам хочу сказать, что сегодня хотят продать нашу землю. Уже сейчас полки магазинов валят от китайского каскада. От какой-то брюссельской капусты, когда у нас в Украине самая лучшая продукция. Самая лучшая продукция, самая качественная. У фермеров есть помидоры по 8 гривен, а почему мы турецкие помидоры покупаем по 60 гривен, когда у нас есть наши помидоры по 8? Почему мы должны продавать нашу землю иностранцам, когда у нас еще нет наших законных 2 гектара земли? Почему мы должны украинцы стать неконкурентоспособной? Почему мы, люди, хотим быть властителями своей земли, а иностранцы сейчас нас пытаются разделить по языковым вопросам, по религиозным вопросам. Но нас сейчас всех объединяют. Обратите внимание, какие флаги. Здесь можно сказать, что это первого зрения. И нужно сейчас пытаться сравнивать. Наша земля, священная, наша матушка земля. Никто не имеет права, никто не доверяет. Никакие народы и ублюдки. Что ты тянешь русский мир сюда? Эй, ты послушай, о чем говорят. Русский мир сюда не тяни. Украинская. Скрізь украинская. Иди землю отстань, придурок. Иди землю отстань. Что вы произносите слова. Логично в Украине, яка мова. Розмовляйте на мові. Або ми. Що тяжко на мові говорити? Балатати. А ви зрозумієте, не в мові зараз діло. Ну так він же вміє розмовляти. Чого він не розмовляє? Він уміє. Уміє. Велика разниця, на якому язику землі продадуть. Українською розмовляйте. Люди, які не виступають, ведуть вас як-то. А ми що сюди приїхали? Ми за землю приїхали, щоб ці уроди не продавали для них гектари, а для нас територія. У вас наша територія. Мозги є? Дядько, мозги є? А чому ви його оскорбляєте? Позичити можна. Я позицію. Браво! Це може совісті позичити. Браво, браво, браво!